Супружеская пара актеров Агата Муцениеце и Павла Прилучного для многих поклонников считается образцовой. У артистов, которые познакомились и влюбились друг в друга на съемках молодежного сериала «Закрытая школа», есть двое детей: Тимофей и маленькая Мия. Однако последнее время фанаты начали подозревать, что между мужем и женой напряженные отношения. К таким размышлениям их подтолкнул анализ социальных сетей. Как оказалось, супруги больше не хотят наблюдать за тем, что происходит в аккаунтах друг друга. Внимательные поклонники тут же начали бить тревогу и интересоваться, все ли в порядке у звездной семьи. Они обеспокоены тем, что совместные снимки стали появляться не так часто. Более того, фолловеров возмутило, что на странице Прилучного стали все чаще мелькать фотографии его коллеги Лукерии Ильишенко. Правда, не так давно супруги вернулись из совместного путешествия по Кипру, куда ездили отдыхать всей семьей. Муцениец до сих пор делится фотографиями из отпуска. Также после окончания шоу «Голос», дети, где Агата работала в качестве ведущей, они тоже улетели отвлечься от повседневных проблем. Однако сами актеры не торопятся подтверждать или опровергать предположения фолловеров. За 6 лет совместной жизни они смогли доказать всем, что крепость их брака не вызывает сомнения, а двое детей молодой пары живут в любви и не обделены вниманием ни одного из родителей. Муцениеце признавалась, что делает для того, чтобы сохранить семью. Завели хорошую традицию раз в неделю на целый день вырубать мобильные телефоны, рассказывала Агата. Со Стархиту решили это после того, как приехали в гости к моей маме, у нее дом недалеко от Риги, кругом один лес. Интернет там практически не ловит, телевизора нет, полный детокс от шумихи и суеты. Когда испытали всю прелесть подобного единения с природой, поняли, что надо чаще отключаться. Класс пост 484 245 подписчиков.